А вы все еще покупаете нутелла? Давайте вместе готовим. Для этого нам нужно фундук. Можно брать грецкие орехи, миндаль, кешью, любые орехи. Засыпаем и заливаем водой. Оставляем 15-20 минут, а потом очищаем. В фундук кладем чашку, добавляем сахар, какао и молоко. Измельчаем блендером. Однородной массы. А сейчас добавляем растительное масло и взбиваем еще 2-3 минуты. Наша нутелла готова. Перекладываем в баночку и отправляем в холодильник на 2-3 часа. А потом наслаждаемся.